Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня покажу свой заказ, который я сделала на сайте clarins.ru. Некоторое время назад они предлагали скидку 40% на всю продукцию на сайте. Я решила купить необходимые мне продукты и также попробовать кое-что новое для себя. Очень выгодно покупать вот такие наборчики. Они идут по цене основного продукта и... Обычно сюда еще входят какие-то бонусные миниатюры. Первый набор. Сюда входит бальзам для тела, увлажняющий бальзам для очень сухой кожи. Здесь большой тюбик, 200 мл. Он достаточно густой, но очень хорошо распределяется по коже. Мгновенное чувство комфорта, увлажнение на весь день, его хватает, его действия. И в качестве бонусов здесь идет вот такой скраб гамаш для тела. Я уже пару раз им воспользовалась, поэтому здесь осталось немного, всего лишь 30 мл миниатюрка. Очень приятный продукт, такого желтоватого цвета. Частички очень нежные, очень мягко полируют кожу, использую до конца с удовольствием. И еще одна очень хорошая миниатюра – это крем для рук и ногтей. Здесь уже 50 мл, плотная достаточно консистенция у него. Его нужно совсем чуть-чуть, отлично восстанавливает кожу рук, при этом... Абсолютно он не жирный, впитывается мгновенно. Главное не переборщить и не наносить слишком много. Лучше чуть позже еще добавить. Очень нравится этот крем для рук. Он у меня был в полном формате. И очень рада, что он здесь есть. Буду его носить с собой в сумочке. По стоимости этот набор со всеми скидками стоил 1200 рублей. Еще один наборчик. Здесь уже крем для рук полноразмерный, 100 мл. Вот так выглядит упаковочка. Для меня немного странно с точки зрения покупателя, почему все, очень многие, нужно сказать, упаковки выглядят практически одинаково, и нужно вообще вчитываться, что это такое, чтобы понять, как это использовать. Потому что тюбики все выглядят очень сильно похожими. И, значит, здесь, в этом наборчике, второй продукт, миниатюрка, которая идет в подарок, это крем для ног. Здесь 30 мл. Он по своему действию очень похож на этот крем для рук. Цвет у него такой белый. Очень приятный крем. Тоже быстро впитывается, не оставляет пленки на коже стоп. Отличный продукт, использую с удовольствием. Этот наборчик стоил 900 рублей. Третий набор, который я купила, это набор миниатюр для путешествий. Первый продукт здесь это блеск бальзам, знаменитый бестселлер от Clarins, у меня в цвете 01. Вот так выглядит аппликатор спонжик. Уже использовала несколько таких миниатюрочек. Очень приятный, увлажняющий, питательный. С удовольствием пользуюсь в любое время года. Запах нейтральный, вкуса никакого нет неприятного. Потрясающий продукт. Очень его люблю, с удовольствием буду пользоваться зимой. Далее здесь идет миниатюра геля для глаз 10 мл. От припухлостей, от темных кругов. Наносится он утром на кожу вокруг глаз. И очень приятный, быстро впитывается. Макияж на нем никак не скатывается. Хороший крем. Такое ощущение охлаждения, свежести дает на коже вокруг глаз. И миниатюрка, я думаю, что закончится у меня достаточно быстро. И третий продукт, который здесь есть, это бальзам мгновенного действия для кожи лица. Он должен иметь подтягивающий, увлажняющий эффект.
Вот так выглядит крем этот. Такой увлажняющий кремик, который можно использовать как базу под макияж. Очень увлажняющий, очень хорошо чувствуется утром на лице. Я его, если использую, то самостоятельно, без увлажняющего крема, сразу на чистую кожу утром, и затем можно наносить какое-то тональное средство. На зиму очень приятный продукт. Никак он не скатывается, главное не наносить его слишком много. Здесь миниатюрка всего лишь 15 мл, тоже, думаю, у меня быстро уйдет. Этот набор стоил 960 рублей. И вот такой полноформатный уже продукт я купила. Это нежный отшелушивающий тоник. Тоже культовый их продукт. Здесь 125 мл. Он содержит гликолевую кислоту. Здесь никакого особенного дозатора нет, просто вот такое отверстие. Его нужно наносить на ватный диск и протирать им кожу лица, по-моему, один или два раза в неделю они рекомендуют, но абсолютно не будет никакого вреда, если пользоваться им хоть каждый день. Вообще, специалисты рекомендуют такие кислотные тоники наносить перед любым уходом, перед сывороткой, перед кремом, потому что эти тоники нейтрализуют щелочную среду средств для умывания и позволяют полезным ингредиентам, которые содержатся в кремах и сыворотках, проникать в кожу лучше. Буду пользоваться им, скорее всего, по утрам или по вечерам, когда не пользуюсь кремом с ретинолом. Буду пользоваться вот этим тоником. Отличный продукт на зиму. Стоил он 1110 рублей со скидками. И к каждому заказу можно на сайте выбрать три пробничка. Я выбрала для себя три новинки, которые никогда раньше не пробовала. И что мне понравилось, там пробников буквально десятки разных продуктов. Можно выбрать и что-то из декоративной косметики, и из уходовой косметики, и средств для тела. Выбор очень большой. Первое, что покажу, это вот такой увлажняющий бальзам для губ. Здесь 3 мл миниатюрка. Бальзам такой розовый, полупрозрачный. На губах он смотрится абсолютно прозрачным. Нежный такой бальзамчик, можно и днем, и на ночь наносить на губы. Абсолютно он не жирный, хорошо впитывается. Губы держат в порядке. Такой небольшой глянцевый блеск присутствует. С удовольствием его использую. Следующая миниатюрка – это гамаш для кожи лица. Очень нежный, я уже несколько раз им пользовалась, не знаю, здесь, да, чуть-чуть осталось. Гранулы очень мягкие, подойдут даже для чувствительной и сухой кожи. Здесь уже 5 мл, чуть-чуть побольше. На несколько раз хватает, можно понять, хотите ли вы купить этот продукт или нет. И последнее, что я покажу, это нежный крем для умывания, для сухой кожи. Он пенящийся, но пену не сильную дает. Ой, вот так он выглядит. Очень нежный, приятный запах. У меня уже практически закончился. Он даже косметику смывает, действительно очень нежный. Кожу не очищает до скрипа, но действительно на зиму либо для сухой кожи подойдет. Очень понравился. До конца обязательно его используем. И сумма моего заказа общая составила 4170 рублей. Очень довольна и сервисом на сайте. Я думаю, что буду покупать периодически там, потому что очень нравится тот факт, что можно выбрать пробники. И если захотите получать какие-то рассылки, обязательно подпишитесь
на сайте на электронную рассылку. Обязательно ссылочку оставлю внизу. Большое спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.